вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Ну, сегодня масса разных праздников. Начало учебного года, Курбан, Байрам. В общем, на всякий случай поздравляю всех, кто имеет к этому отношение. Но для нас праздник – это концерт вот в этом клубе. Это удовольствие, это работа. А когда они еще совмещаются, понимаете, это счастье. Мы сегодня начнем первое отделение композиции, которую я написал, ну, где-то лет 15 тому назад. На самом деле идея вот написание, исполнение такой ладовой музыки пришла мне давно, когда я впервые услышал Майлза Дэвиса, человека, который несколько раз в истории джаза менял вообще направление развития этого жанра, поскольку он придумывал какие-то такие идеи, от которых людям, которые вот их понимали, уже отказаться было невозможно. Я был среди них. И когда я впервые услышал его первые пьесы в совершенно новом стиле, который тогда назывался модальный джаз или ладовый джаз, я просто обалдел, потому что это было настолько новым по сравнению с тем сложным стилем хард-боп, который настолько усложнился, что джаз начал уже в 60-е годы терять свою аудиторию. Это было еще даже до наступления эпохи хиппи. При хиппи совсем джаз одно время вообще перестал быть популярным, потому что рок-музыка появилась. И вот Майлз Дэвис придумал такой способ игры, где не надо было обыгрывать аккордов, а просто надо было играть в одной тональности или в двух, и действительно импровизировать, то есть сочинять музыку во время исполнения, а не играть набор таких уже заранее выученных быстрых фраз, которые как бы считались импровизацией. Вот такой стиль меня поразил, и тогда я уже вот стал поклонником Майлза Дэвиса и написал пьесу, которую вы сейчас услышите, вот в таком приблизительно стиле, где мало аккордов, где создается такое, в общем, где-то медитативное состояние как у исполнителя, так и у публики. Называется эта пьеса «Инсомния», что в переводе с латинского означает «бессонница». Thank you.
Вы услышите в его исполнении пьесу, которую когда-то давно, еще в 70-е годы, исполнял Джино Ванелли. Это замечательный певец, который на какое-то время был даже забыт, но потом про него вспомнили все равно, потому что у него замечательные были красоты и, главное, очень сложные были песни, несмотря на то, что он все-таки выиграл первые места в американских списках популярности. И, в общем, ему многие не хотели этого простить. Как-то на него оказывали давление, в общем, у него такая судьба непростая. И вот вы сейчас советую поинтересоваться вообще этим именем Джино Ванелли. И вот сейчас прозвучит одна из его песен, которая называется «The River Must Flow». All the things we dream.
Спасибо. Сейчас вы услышите довольно редкую песню, поскольку этот альбом, он вышел где-то, по-моему, в 2003 году, небольшим тиражом. Его выпустил Элвис Костелло, который, вообще говоря, во времена панков был кумиром панков. И вот прошло какое-то количество лет, человек повзрослел, посерьезнел и стал исполнять совершенно другую музыку. И вот этот альбом, который вышел, советую вам в интернете его найти, послушать. Он называется «Норд», что значит «Север». Это очень серьезная музыка. Во-первых, ему аккомпанируют и симфонический оркестр, и какие-то джазовые звезды, и рок-музыканты. И тексты там такие очень-очень непростые, которые как раз ближе как раз к джазовым балладам и вообще к каким-то таким концептуальным стихам. И вот сейчас прозвучит одна из этих песен с этого альбома. Она называется «Let me tell you about her». This queen and gal, that is a notion that I may as well forget. Friends look at me these days with fun surprise, but then I start to speak the rather right. Let me tell you about her. Hush now, I've said too long. There's something indescribable I can't quite catch. Let me tell you about her, the way that she makes me feel, and draw the curtain on this thing I shan't reveal. Thank you.
apples and velvet and the squid and gad. That is no soon that I might as well forget. Friends look at me these days with fond surprise. But then I start to speak the raw, the пьесами, первая из которых это песня, которую исполнял уже первая. Давно ушедший на тот свет Майкл Джексон. Но не только он. Это была популярная песня, в общем, которая стала популярной, правда, при помощи Майкла Джексона. Называется эта песня «Human Nature». Она перейдет в композицию Джо Заминула, которая называется «Mercy, Mercy». Вот такая сейчас у нас будет сложная композиция. А начинаем с «Human Nature». Why? Why? Now they do me this way. They say the why. Why?
Thank you.
инструменты. Марк Мусин, наш вокалист, Евгений Шариков, бас гитара. Аркадий Баклагин, барабаны. Алексей Козлов, саксофон и вокал. Спасибо. Давайте немного отдохнем. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение с пьесы, которую я написал совсем недавно. И по причине того, что заинтересовался, где возник вообще театр и когда. И выяснилось, что театр возник в Италии где-то в середине 16 века. До этого там были отдельные такие просто развлекательные шествия, Венеции, карнавалы, где развлекали людей одиночные мастера своего дела, жонглеры, фокусники, клоуны, гимнасты там и прочее. И вот этот человек решил объединить их всех в один коллектив, и чтобы они уже могли передвигаться в разные города и исполнять уже пьесы с каким-то сценарием. И так появилось, в общем, то, что стало называться театром. Но у этого театра была одна особенность. Почему-то этому создателю этого всего, этой идеи, пришла в голову мысль, чтобы вот у каждого актера был определенный костюм тот же, никогда не меняющийся. И главное, одна и та же маска. Надевали с маски. Поэтому театр приобрел название именно «Театр масок». И это стало, в общем, началом театра вообще. Ну, я не буду долго рассказывать. В общем, этим театр стал очень популярен и в других странах, и переместился сначала во Франции, потом даже дошел до России. И вот возникла маска именно во Франции, такое грустное пьеро, которое сейчас является символом вообще театра вот, в России. Когда бывает театральный фестиваль, можно видеть где-нибудь висящую такую маску грустного такого человека. Вот этому грустному пьеро я и посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите. Итак, грустный Пьеро. Thank you.
Написанная в таком в стиле восточной музыки. Сейчас ее называют world music, когда древние лады используются на современных инструментах, электронных и с импровизациями. Эту композицию я посвятил историческому месту, которое возникло где-то за 2500 лет до нашей эры на маршруте Великого Шелкового Пути. Из Китая уже тогда везли очень популярный во всем мире шелк. И эта популярность длилась несколько тысяч лет. И только благодаря тому, что это был, во-первых, очень качественный шелк, а главное, что никто не мог узнать его секреты, его приготовления. За любые попытки там проникнуть в эти тайны, в Китае просто сразу казнили и все. Очень было жестоко. И вот этот Великий Шелковый Путь, он пролегал через Центральную Азию из Китая, потом, значит, в Европу, в Африку, в Индию. И обратно караваны возвращались тоже не пустыми. Они везли в Китай то, чего там не было. Ну, во-первых, лошадей, таких скакунов, потом кованое оружие, платы, а главное, рабы везли. И вот эти два потока, которые ехали туда и ехали обратно, они пересекались где-то под склонами Алайского хребта. И там возник такой небольшой базар, который по названию этого хребта стал называться Алайский базар. И это замечательное место, оно существует уже много тысяч лет, и сейчас его можно в таком же почти виде найти в Ташкенте, на территории Узбекистана. И вот этому как раз такому историческому месту я и посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите, «Алайский базар». Thank you.
Аплодисменты. Ну, сейчас мы вновь возвращаемся к нашей вокальной программе. Я приглашаю на сцену Марка Юсима. И мы начнем с песни, которую когда-то исполнил популярнейший американский чернокожий исполнитель по имени Лайонел Ричи. Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Every Time I Hold You». Here for me.
Но сейчас вы услышите в нашей версии один из хитов этого года. Эту песню написал и записал очень популярный британский певец Эд Ширан. Он является сейчас, в общем, одним из наиболее популярных исполнителей во всем мире. И вот сейчас прозвучит песня, которая называется «The Shape of You». Body on me, come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.
серьезные темы. И вот об этом говорит название даже этой пьесы. Они все были студентами каких-то таких странных факультетов, изучали эзотерическую историю, философию. Непростые были ребята. В общем, эта пьеса, которую вы сейчас услышите, она называется «Shout», то есть «крик». А что такое просто крик? Оказывается, одна из версий, это уже потом как-то догадались, она посвящена одной работе известного такого философа, который доказывал, что когда человек рождается, то есть появляется впервые вот на свет и начинает кричать, то это и есть его дальнейшая связь вообще со всем космосом. Вот такая какая-то серьезная была идея, и поэтому и пьеса получилась, в общем, довольно такая
связана именно с криком новорожденного. Итак, Tears for Fears shout. Lay it all out. These are the things I can do.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of sing. How you appear in all your splendor, my one and only love. This jealous human your aching heart.
sweet surrender. Всего вам хорошего. До свидания.